Здравствуйте, это канал Максимадзе и снова выпуск на моды по игре «Когда сосед». Ну и, во-первых, важное объявление. Ну, вы, наверное, видели, что я писал в сообществе про это, но не все смотрят сообщество просто, поэтому здесь, поэтому я повторюсь немного. Начиная с нового 2024 года, выпусков по модам на «Когда соседа» больше не будет на канале. Последний выпуск. То есть 31 декабря, именно 31 декабря этого года выйдет последний выпуск по модам на «Когда соседа». Но при этом сразу скажу, чтобы сразу сильно не гневались, не расстраивайтесь. Я думаю, я с ними, с «Когда соседа» и с модами на них полностью не прощаюсь ни в коем случае. Я думаю, что начиная со следующего года буду, может, раз в месяцок стримить их. Я думаю, в виде стрима они будут заходить гораздо лучше, потому что там, во-первых, за один стрим очень много модов вместится. Во-вторых, если я какой-то мод забыл, мне в чате без проблем подскажут, какой мод я забыл и где его вообще скачать, куда мне его скидывали. Так что, думаю, в виде стримов они будут куда лучше заходить, а вот в виде видео, к сожалению, попрощаемся мы в конце этого года с этой рубрикой, но не прощаемся с модами все равно. Короче говоря, также помимо того, что 31 декабря выйдет последний выпуск на моды «Пока до соседа», вы можете скидывать до сих пор, вы пока можете скидывать моды на «Когда соседа», как и раньше, там в личку, куда-нибудь в комментах, в сообществе, до 15 ноября. После 15 ноября новые моды не принимаются. Больше не принимаются. Я постараюсь снять их все к 31 декабря. Там, скорее всего, больше двух выпусков за месяц выйдет. А там, начиная с нового года, я посмотрю, какие моды принимать, какие нет, я там приму решение. Но, скорее всего, я поставлю такое условие, что я буду принимать на стримы только те моды, над которыми старались, по крайней мере, а не те, которые за 5 минут сделали, и все, просто чтобы в видео попасть. Собственно говоря, причины по тому, что я хочу закончить эту рубрику, я скажу, когда мы будем играть мод. А давайте сначала посмотрим на него. Первый мод называется «Когда соседа добро побеждает зло». Я выключил музыку, там музыка из какого-то мультфильма, я так понимаю. На него могут быть авторские права, поэтому я не рискну. Собственно говоря, давайте посмотрим, что у нас тут. Первая съемка мультфильма. Дальше ничего не изменилось. И тут смешай, короче. Ну, то, что картинки добавили, не прикольно. А тут что-то вот дальше ничего не вижу. Так. Секунду, ну-ка дайте посмотреть. Он себя как называет? А, все-таки Крош. Я уже думал, вдруг там будет написано Джо. Почему я принял такое решение? Почему я хочу наконец-то закончить уже эту рубрику? Эндрю Сэм, кстати, уже давно закончил по тем же самым причинам. Ну, во-первых, неинтересные моды. Неинтересные, скучные моды, в которых, к сожалению, большинство. Если в первых более выпусках моды делали действительно со старанием, с душой, то сейчас в большинстве случаев, вот как этот мод тоже, делают просто, чтобы в видео попасть. Особо не стараются, над модом ничего особо не добавляют. И это реально очень идет в напряг для меня, потому что вы не представляете, насколько скучно в это играть. Я уж не говорю про проходить. Вторая причина. Поскольку модов присылают очень-очень много, вот реально очень много их присылают, я запросто про какой-то бывает, к сожалению, такое, что вот я запросто про какой-то забуду, и начнется скандал. Ты какого фига, где мой мод, ты что забыл его?
Как-то раза два даже бунт целый поднимали на мой канал из-за этого. И еще под каждым видео я стараюсь по очереди все проходить. Я под каждым вообще видео вижу комменты. Где мой мод? Где мой мод? Да ты задолбал! Где мой мод? Где мой мод? Я уже устал ждать. Где мой мод, бля? Ты что такой забывчивый? Где мой мод, а? Ну сколько можно ждать? Собственно говоря, закончится эта рубрика, и вот эти вот скандалы, и вот эти вот все комментарии, которые очень сильно бесят, прекратятся наконец-то. Да, дадут мне наконец-то покой, ну и все. Ну и я думаю, что раз в месяцок, не обещаю, конечно, что раз в месяцок, начиная с Нового года, буду их стримить. Думаю, их лучше стримануть все-таки. Во-первых, действительно, да, больше модов влезет, чем в один выпуск. Ну и во-вторых, если я забываю какой-то мод, мне в чате подсказать могут. В чате прям сразу же подскажут и все. Это будет куда проще. А в виде видео формат сильно застоял. Ну и кстати, монтировать технически еще есть. Монтировать выпуски пока до соседа по модам бывает немного сложнее, чем обычные видео. Но, в принципе, это причина, может, в принципе, глупая, что я хочу прекратить. Это, ладно, это в принципе, глупая причина, это ерунда, что монтировать сложнее. Но, тем не менее, причины, которые я сказал выше, они как бы больше влияют. Вот этот мод я, в принципе, даже не собираюсь дальше проходить, потому что здесь... Ну-ка давайте этот посмотрим на всякий случай. Я так понимаю, потому что ни в одном из них ничего не изменили абсолютно. И это, ну... Я не понимаю, но это скучно, реально, неинтересно. И просто... Ну я не знаю, что в этом моде прикольно. Тут ничего не изменили. Практически, кроме фонов, только в меню, и то, что там Крош вместо Джо. Этому моду я ставлю минус, однозначно. Потому что, ну, блин. И да, я думаю, что, скорее всего, действительно, на стриме я буду принимать только моды, над которыми реально старались. Такие моды есть, но сейчас их, но, к сожалению, сейчас их единицы, очень мало таких модов. И, кстати говоря, в чате, если я прохожу какой-то мод во время стрима, мне, если я что-то не могу понять, мне в чате также могут подсказать, что делать. Так что в виде стримов они реально будут лучше заходить. Но пока, до 31 декабря, я буду продолжать делать их в виде видео. И до 15 ноября вы можете все еще присылать моды. Начиная с Нового года, там посмотрим. Ладно, давайте посмотрим, что у нас дальше по модам. Следующий мод называется «Когда соседа два большие каникулы». И, собственно, тут тоже музыка, в которой авторские права могут быть, поэтому я не знаю. В принципе, вот я уже сказал, что бывают хорошие моды. Действительно, прям увлекательные моды. И мне их интересно смотреть и играть. Ну, и просто видите, что отбраковывать неинтересные моды очень сложно, потому что мне хочется... снимать моды на видео и при этом заранее не смотреть, что в них такое, чтобы как-то передать вам больше эмоций, что ли, как-то первого взгляда своего на эти моды. Да будь здоров там! И, собственно говоря, не то чтобы... Не, я не... На самом деле, ни в коем случае, когда соседа меня не бесит. И в принципе, то, что не то, чтобы моды меня на нее сильно бесит. Но если отбраковывать, сидеть неинтересные моды, это отнимало бы кучу времени, отнимало бы времени от других видео, от других проектов. И в принципе, как вы, наверное, даже заметили, я когда-то раньше... мог даже по 2-3 видоса в день записать, а сейчас я записываю. Сейчас у меня просто работа есть.
И учеба даже есть. Вот сейчас после семестра мне практику вот, придется еще делать. Собственно, поэтому я записываю по одному видео в какой-то день заранее. И уже на следующий, например, его выкладываю. Или там еще через какое-то время. Так что вот, как вы видите сами. Так, я пока вижу, что опять в этом моде ни хренатушки не изменено. Кроме названия и главного экрана. Который выглядит, кстати, очень отстойно просто. И, кстати, многие еще жалуются, что я часто мало комментирую видео, мол, много молчу. Но на самом деле играть и комментировать действительно сложнее, чем просто играть. Это, мне кажется, понятно всем, наверное. Но, казалось бы, уже давно привык, уже давно делаю это, но все равно как-то постоянно замечаю, вот. Постоянно замечаю, что вроде легко проходится что-то, а что-то вызывает сложность. И вот действительно, вот в виде стримов это лучше намного будет, что можно будет общаться, короче, со зрителем по поводу сложности, если что, я не пойму. А на видео так нельзя же сделать. Я же не смогу вот записывать видео и у кого-то сейчас вот прям спросить, что надо делать. Как пакость какую надо сделать. Также я, кстати, замечаю, что многим не нравится то, что я 2-3 уровня прошел, а дальше играть не стал. Прошел 2-3 уровня, чтобы разблокировать вторую зону, а дальше ничего не смотреть. Ну просто реально, ребята, я не хочу еще на один мод тратить слишком много времени. Я хочу, чтобы как можно, чем больше модов выпускали, тем лучше. Поэтому... Так, я... Знаете что? Мне кажется, меня сейчас было очень плохо слышно. Очень громкие звуки, реально. Не, надо еще громче, надо еще тише сделать. Делаем эту пакость. Если в следующих уровнях опять никаких изменений не будет, я тоже поставлю минус и выйду. Сами в такое говно играете. Ну как в говно? Сама игра-то не говно, я имею в виду, что мод говно. Ну, точнее, даже не говно, а ленивый мод, как и предыдущий, собственно. Вот реально неинтересные, скучные моды. Вот иногда бывает реально обидно, когда уже играешь минут 20 даже, и даже постолько бывает. Какой-то мод, а он оказывается вообще неизмененным, в котором пытаешься найти хотя бы одно изменение, а его все нет, да нет. И даже и реально иногда не понимаешь, надо ли вообще его проходить дальше или не надо. И потом какие-то моменты еще приходится вырезать. Но то, что... Ведь не смотреть на то, что реально скучно смотреть будет. Ладно, потраченного времени жалко. Не сильно-то жалко. Но хуже, когда наговорил что-то интересное. Например, в начале. Пока еще не понял, что лучше послать этот мод нафиг и не проходить его дальше, не продолжать эти мучения, собственно. Так, ну посмотрим. А, еще вот такой экран. Я что-то полагаю, что... А это из какого-то другого мода взят, кстати.
Но это автор не сам вставил, это из другого какого-то мода было взято. Я помню, у нас был такой мод, где ночь была на уровнях. А, ну и здесь тоже. А вот на корабле, к сожалению, нету. Две Ольги. Замечательно. Потом звучит гонг. В принципе, все, что я сказал вот сейчас только что по причинам, я все это в сообществе высказывал уже. Так что, но реально, не беспокойтесь. В виде я бросать моды все равно не буду, буду именно стримить. Стримить реально будет куда лучше местами. Не, короче, тоже отстой. Тут тоже отстой, тоже ставлю минус за лень сделать мод более интересным, чем тут и есть. Ладно, посмотрим, что у нас еще имеется. Модов еще у нас в комплекте много. Ротвейлер против Вуда называется этот мод. И там пародия еще была вначале написана. Был у нас какой-то похожий мод, где, короче, вот. Собственно говоря, там был сосед против Вуди. Собственно говоря, да, у нас был такой мод, и я, если честно, не помню. Так, еще тише сделать. Кто автор того мода был? Этот же или другой? Впрочем, мне кажется, что если бы был бы оригинальный автор, он бы, наверное, бы мне бы в личку об этом написал. А так, что-то, по-моему, нет. Хотя, может, я путаю. Ну-ка, давайте посмотрим. Понятно. Сама игра, когда соседа мне нравится и будет нравиться дальше, но с модами в конце декабря мы, пожалуй, остановимся. Ну вот это не могли сделать, что ли, нормально. Какой аромат. Так, поехали, называется следующий уровень, собственно. Как мы уже все знаем, в принципе-то. В принципе. С этим ясно, давайте посмотрим по первому сезону, что у нас там. А, нет. Нет, тут не совсем так, как было в том моде. Здесь, если в том моде уровни другие были, там и дом был по-другому выглядел, а здесь уровни оригинальные, просто соседа с Вуди местами поменяли. Цензура, что такое, что это? А почему, а цензура-то почему? Ну вот это вот прикольно, если честно. Ну
И вот это тоже, ну, нифига не прикольно. И вот это что такое? Что это за замок появляется? Моргает. Ну. Что это такое? Самоклеющийся бинокль. Там вместо него что-то другое. Вот это, ну вот это что за хрень? Зачем надо было такое добавлять? Очень неинтуитивно. Вот это тоже очень неинтуитивно, очень прям неприятно. Если честно. И почему здесь иконка соседа, а не выйдет тоже внизу? Банный день, давайте глянем, короче. Ну, из Вуди возвращается, в принципе, тут взяты спрайт многие. Ну как, локации, вернее. Картинка, локация. Так. Не, короче, тоже отстой. Ну как отстой? В принципе, плюс-минус. Давайте поставим за... Хотя бы за попытку поменять Вуди с соседом. Но получилось это не очень удачно. Ну, в принципе, можно понять почему, что анимации с Вуди реально сложно сделать. Но, тем не менее, все равно больше плюса-минуса я поставить, к сожалению, не могу. Ладно, давайте... Это, к сожалению, все равно не получился тот мод, который было бы реально очень интересно играть. Ну ладно, давайте посмотрим, что еще по модам у нас есть. Это Соседа 4 космические приключения. И там, кстати, в самом начале был логотип Nintendo зачем-то. Космическое приключение. Автор мода Вуди Карельс, как у предыдущего мода. Настройки это хорошо, ну да. Собственно, а, это тоже на Кадоседа 2. А, кстати, раз уж у нас все уровни открыты, ну это глюк какой-то явно. А что они открыты? Так-то не должно этого быть, по сути. Давайте этим воспользуемся и будем смотреть. И посмотрим на уровни. Ну, человек, в принципе, любит игры от Nintendo. Я, в принципе, тоже. Но если честно, я не... А, вот в чем дело. Типа мы... Типа... Это как бы оригинальный уровень, но мы в открытом космосе. Только вот здесь, правда, не дорисовали тоже. Только музыку сделать потише давайте. Что-то, по-моему, напоминает. Это музыка из Марио. Из какой-то игры про Марио. Из какой точно сказать не могу. А, нет, это не влияет на его громкость, к сожалению. Так, ну с этим ясно. Давайте посмотрим, как какой уровень просто выглядит.
Так, с этим ясно. Посмотрим, как китайская стена выглядит в открытом космосе, блин. Понятно. Космогонг. С этим тоже понятно. Индия как выглядит? Тоже ясно. Ну-ка, он вот так со всеми уровнями сделал, или как? Ну да, похоже на то. Понятно. Да, со всеми уровнями так сделал. Ну, мод говно, но у него зато есть какая-то концепция, тем не менее. Сделать так, чтобы это было похоже, как будто мы на какой-то другой планете, и в космосе вот это все дело происходит. Действительно, тут какое-то старание, хоть и небольшое, но есть. Неплохая, можно сказать, попытка для начала, поэтому давайте плюс-минус поставим. То есть на троечку, можно сказать. Но тем не менее, все равно не тот мод, который было бы реально кайфово играть. Посмотрим, что еще по модам есть. Как достать соседа начало осени? И блин, автор, походу, настолько ленивый, что он даже не стал подписывать название архива с этим модом. Ему было просто лень, похоже. Ну, хотя, но тем не менее, при этом логотип у этого мода свой есть. Так что тут все-таки реально странно, почему почему архив не получил никакого названия. Давайте посмотрим, что представляет из себя этот мод. Ну-ка, удалить сохранение. Первые шаги. Героин. Блин. Только не говорите, что тут сейчас такой юмор еще будет настраиваться. А, ну ладно, тут хотя бы что-то есть. Хотя бы тут что-то у нас есть. Какая дверь откроется? Это? А, ну да, в это что будет? Ну ладно, тут хотя бы что-то есть в этом моде. Даже, о, по-моему, он даже в тень заходит. Или мне так кажется, не знаю. Сделал гадость сердцу спорт. После того, как Вуди постоянно доставал соседа, сосед захотел подкачаться, купил батут и стал пить вино. Хороший способ подкачаться, конечно. И он думает, что ему это поможет. Даже если поможет, то не сегодня. Вуди опять идет в дом соседу. Ага, благодарю за отсылку. Да, вот такие моды я, в принципе, могу принимать еще на стримы. Хотя тоже, конечно, не без недостатков. К огромнейшему сожалению, но очень громко что-то. Немножко в воздухе, по-моему, бутылка висит. Вам так не кажется? Вот, кстати, рамку с моим каналом, он, кстати, прям хорошо вставил. Mm-hmm.
Ну ладно, это, над этим модом старались хотя бы. В этом моде хотя бы есть что-то. Давайте посмотрим, что дальше будет. У телеэкрана. А тут уже что-то в описании ничего не изменилось. Нет, тут, короче, ничего уже не поменялось. А в третьем уровне тоже, я так понимаю, нет. А, ну здесь хотя бы уровень перерисован. Но по пакости все то же самое, я так понимаю, осталось. В общем, понятно, тоже. Ну, да, я хотел любить этот мод всем сердцем, но, к сожалению... Ну, да, видимо, тоже демка. И вот я что-то замечаю, у нас очень много, очень-очень много демок, и при этом полных версий не очень много при этом выходит. Часто очень много модов хороших начинают забрасывать. Ладно, этому моду, короче, тоже плюс-минус. Первый уровень, в принципе, получился неплохим, а вот дальше что-то нету. Такой вот выпуск по модам есть. Пожалуйста, не гневайтесь в комментах. Я с модами прощаться все равно не буду, еще раз повторяю. Я буду начинать с следующего года, может, раз в месяцок, может, реже, не обещаю. Буду их стримить, и я думаю, в формате стрима они будут куда лучше заходить. А так это решение уже обдумывалось мной давно, и я все-таки его принял. Спасибо за просмотр, с вас Экос Подписос, и с меня эпичные видосы. Если вы еще делаете или у вас есть какой-то мод на КД соседа, присылайте, можно до 15 ноября. Не забывайте. После этой даты новые моды не принимаются. Подписывайтесь на стримский канал, на новый канал, вступайте в ВКонтакте, и всем пока.